мы показали вам видео, наши гости из Крыма. И они нам принесли вот этот вот пальто, ну, макинтош такой, 1963 года. Самое знаменательное то, что его практически никто не носил. И оно вот практически новое где-то у кого-то сохранилось. И вот женщина его одела, к нам пришла. Мы ей подарили другое пальто, отправили ее пальто, оставили у себя для изучения истории шитья. Пальто выполнено в 1963 году, фабрика «Дружба», Шанхай. Конечно, оно выполнено без клеевых материалов, но я вам немножечко покажу внутренность. Как бы сейчас, в наше время, когда одежда, ну, очень упрощена, очень все упрощено, так все просто. Если это пальто, то это два шва. Если это подгибка, то она такая просто раз, так завернули, слегка приутюжили, и все. Если это вырез, то это просто сейчас вся одежда почти с круглым вырезом идет. Сейчас даже вообще проблема увидеть одежду с воротником. И вдруг мы с вами можем рассмотреть вот такую абсолютно историческую вещь. Поэтому то мы показывали наших гостей, в чем там они пришли, а сегодня мы вам показываем конкретно вот это пальто, мы с вами рассмотрим. Вот оно у нас на манекене. Кстати, обратите на меня, сегодня я в платье нашем, платье с цельнокроенным рукавом, платье номер один. Вот ничего удобнее для работы даже придумать невозможно. Джерси, цельнокроенный рукав, ни длинный, ни рукава не мешают, вырез вот такой аккуратненький. Вот очень-очень-очень удобно. И шов посередине как-то немножко вот тут вот, ну, придерживает это пространство вот здесь вот, чтобы, ну, мы не были такие вот такие прям большие. Раз, шов тебе разделил, и сзади шов. А сейчас рассмотрим пальто. Конечно, в советское время было очень много литературы, когда конструктивным методом строили подобные вещи. На самом деле я не столь умна, чтобы строить конструктивным методом, поэтому я люблю строить все лекальным методом. Лекальный метод – это когда от базовой основы, перенося линии в определенных направлениях, мы получаем новую модель. Как бы строила я этот рукав? Я бы построила вот отсюда реглан, и этот реглан в определенном месте бы перерезала. Вот. Он все равно вот идет как реглан, просто вот эти части скроены вместе, видите, пошел. Поэтому кокетка, доходящая до рукава. Сначала надо построить реглан, а потом вот этот подрез. Его не обязательно переводить в кокетку. Он может вот как вот здесь уголком закончился, так и здесь может уголком закончиться. Ну, они вот так вот сделали в кокетку. Мы тоже можем это смоделировать, нечто подобное. Вот такой вот очень высокий воротник. Ну, высокий, сантиметров 13. И видите, там, где борт, вот уголочек, смотрите, как сделан, да? Тогда, когда он отгибается и ложится, он вот здесь, видите, как раскрывается. Если бы он вот здесь был твердо сшит, он бы вот здесь вот затягивало бы. И вот так, видите, что он открывается. Смотрите, да? Вот этот вот маленький вот раскепчик между воротником и краем борта. Вот он, пожалуйста, да? У кого широкая спина? Ой, какая шикарная находка. Смотрите. Выточки плечевые переведены в спину, плюс еще разрезано, увеличено, и они сшиты не до конца, а вот до этого места, и дают вот такие два защипа. Это вот для полных людей, для таких, как Виктория наша, для таких еще очень многих, это просто находка. Во время движения рукой, я сейчас одену все это на себя, видите что? Ничего здесь не натягивается. Вот просто шикарно. Вот этот вот момент, что-то я про него знала раньше, но забыла, давно не шили. А вот, пожалуйста, история нам напомнила, что и такой момент тоже существует, можно делать очень хорошо. Всем, кому мало в движении вещи мешают, спинка, вот такой фрагмент, очень красиво. Ну и, конечно, здесь абсолютно оригинальные вот такие вот. Супатная застежка для одной петли. На этой неделе мы обязательно отошьем такую застежку. Обязательно отошьем, вам покажем. Конечно, тут надо повозиться, это факт. Ну что делать, мы-то хотим быть красивыми. Ой-ой-ой, смотрите, как сделана внутри петля. Я в шоке. Девочки, петля снутри сделана вручную. Кто-то сидел и изнутри вот это вот все по кругу вручную подшивал мельчайшими стежками. Вот оно вручную сделано. Я просто в шоке. Видите, да? Ну, на всяком случае, как бы оно ни было,
Мы вот этот фрагмент обязательно сделаем образец. Тончайший кант, вот он тончайший, вшит между подбортом и подкладкой. Ну и вот так оригинально, как раньше все обрабатывалось, сделано. Видите, что? Вход в карман оформлен очень вот так красиво, художественно. Но сейчас такие подкладки, они тянутся во все стороны, разваливаются. Как бы не всегда это получится. Но чем-то можно вот так вот красиво оформлять себе вход в карман. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 вот таких вот уголочков. Но думаю, что, наверное, это сделано на каком-то автомате. Это тесьма, а потом вот она вот так вот нарезана сюда. Кант проходит тоже мимо входа в карман. Смотрите. Кант входит до конца. Угол зашит. Подкладка поднимается. Подкладка окантована вот такой широкой беечкой. Но видите, она какая плоская, да? И подшита на машинке, шьющей в потайную. Вот это видно, что это машина шила, а не руки. Вот здесь вот. Видите, когда? В подборд вставлена вот такая плотная бязь. Вот она, оверлочен ее край, чтобы она не разваливалась. И уходит туда вместо наших современных проклеек всего. Вот видите, вот тут вручную подшито. Вот это точно вручную. Причем так подшито вот здесь к основе, что ее не видно. Ну и ткани такие тоже, что довольно-таки грубая ткань, можно было это делать. В боковых швах две дырочки. И в них продернут вот такой пояс. Плюс швы в карманы в швах. Посмотрите, 1900 какой там, 62-33 год, а уже карманы в швах тогда уже были, вот они. И здесь карманы, и внутри карман, и застежечки такие специальные, и дырочки. Смотрите, если бы мы и кантик в подкладке, смотрите, и тут какие-то складочки, и сложный рукав. Вот я хочу назвать эту вещь вот такой очень интеллектуальной. Если бы мы вот так вот умели сейчас шить, нам бы цены не было. А сейчас я одену на себя и покажу вам, как это выглядит. Размер, конечно, не мой, но все-таки могу одеть. Вот видите? Пуговица у нас вот тут внутри. Вот она. Конечно, у меня там эта рация на спине будет мешать пояс. Она там придерживает пояс. Спинка абсолютно вот просторная. И плюс еще две складки там дают этот простор очень красивый. А перед вот, пожалуйста, у нас пристегнут. И смотрите, как на фигуре это шикарно смотрится. Руки можно засунуть в карманы. И причем все это модно сегодня. Я просто в шоке от этой вещи на самом деле. И смотрите, мы только сделали небольшую экскурсию в прошлое. Я вам рассказала, как 40 лет модно одно и то же пальто, сколько лет модное пальто с классические. И на нас прямо с неба падает вот это пальто, которое мы тоже имеем возможность рассмотреть. А самое главное, что-то почерпнуть для себя, для того, чтобы самим сделать своими руками. Например, вот эту застежечку. Вход в карман, может быть, мы оформим красиво. Смоделируем подобные рукава. Короче, я предлагаю поработать. Как стать разнообразной? Как уметь выглядеть каждый раз по-разному? На самом деле невозможно с одним пальто на целую зиму этого добиться. Все-таки нужно несколько изделий верхней одежды иметь. А где их взять? Сделать своими руками. Так что будем включать свои резервы и работать. Меня часто спрашивают в последнее время в интернете: Ирина Михайловна, как вы похудели? Ну, я не скажу, что я очень там похудела. Талия у меня как была 104, потом стала 102, а сегодня 102. А ну, где-то что-то похудела. Рассказываю, как. Держаться подальше от холодильника и больше работать. Когда ты работаешь целый день, тебе некогда думать про еду. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новинками. Всего хорошего. С вами были мы, Пауштрина Михайловна, вся наша команда.